Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Prayena deva munayo svabhimukti kama, mauram charanti vijanin parartha Наитана вихайо кипанана вимумукшуе ко наньям тадасса саранам брамато нупасе праина дева мунайо сави мукти кама маунам чаранти бижанина партханиста наитана вихайо кипанана вимумукшуе ко наньям тадасса саранам брамато нупасе. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Прабхупад told, to bestow kripa on somebody, to bestow kripa on somebody, Прабхупад сказал, что благословить кого-то значит изменить его умонастроение. Имеется в виду занять его или ее в харибаджане. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, благословить кого-то, даровать ему свою милость, крипу, это значит изменить его сердце и занять его или ее в харибаджане. И это называется настоящей крипой, милостью. А без этого все другие виды милости, они не вечны, они временны. Они не имеют настоящего значения. Шлока, с которой я начал, она сказана Прахлад Махараджем Нарисимха Деви. Сегодня день явления Нарисимха Бхагавана. Сегодня день явления Нарисимха Бхагавана. I can pray to Nisimhadev, then Nisimhadev can help me, I can get out of that problem. То есть многие думают, что если молиться Нарисимхадеву, и Нарисимхадев, он избавит нас от всех проблем, но это плохое умонастроение. На самом деле мы не можем занять Нарисимхадева в нашем служении, то есть в служении нам. И Шрила Прабхупад говорит, все материалисты пытаются занять Нарисимхадева в служении самим себе. Они не следуют своей гуру, занимаются чем попало. Если они встречаются с какими-то проблемами, они идут к Нарисимхадеву, предлагают ему гирлянды, параману, и говорят, вот мы тебе параману предложили гирлянды, давай решай мои проблемы. И вот Шрила Прабхупад говорит, это выглядит так, как мы хотим дать какое-то служение Нарисимхадеву, хотим занять его в нашем служении нам. И это не бхакти. Материальные люди, они думают таким образом. Они никогда не следуют бхакти. Они встречаются с проблемами, носят нарисимха кавачи, чтобы никакие проблемы их не касались. То есть они как-то пытаются занять Нарисимхадеву в служении самим себе, а ему не служат. А служение Нарисимхадеву значит совершать безупречный баджан. Если мы уже хотим совершать баджан, то тогда мы можем попросить Нарисимхадева, чтобы он убрал какие-то проблемы, какие-то препятствия на пути нашего баджана. И Гурупад Падма Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он говорил, что Нарисимхадев, он всегда защищает преданных. Но те, кто не преданные, они тоже просят Нарисимхадеву, чтобы он сделал что-то для них. И на самом деле Нарисимхадев Бхагаван, он всегда защищает Прахлад Махараджа и те, кто находится в его преемственности. Есть два вида людей.
те, кто обладает демоническим характером, они никогда не хотят совершать никакой баджан. И те, кто ну, те, которых и деваты, которые склонны к служению Господу, вот они хотят совершать баджан. Есть, то есть два вида таких людей. И вот на самом деле мы хотим следовать Прахлад Махараджу, поскольку много раз до этого я говорил уже, что Прахлад Махарадж, он один из 12 махаджан, который описывается в Бхагаватам. И вот Прахлад Махарадж, он махаджан, мы должны следовать Прахлад Махараджу. Но это не значит, что мы не следуем Рупе и Санатане. Мы должны следовать и Прахлад Махараджу, чтобы получить защиту от Прахлад, от Нарисимхадева. И если мы уже следуем Рупе и Санатане, уже, то есть мы уже автоматически следуем Прахлад Махараджу, подобно тому, как в 100-рублевой банкноте, ну, в 100-рублевой банкноте, одна рупия есть и 10, и 50. И вот Шрила Прабхупад говорит, он говорит, что мы должны занять себя в Кришна-бхаджане, и тогда мы можем просить Нарисимхадева защитить нас, поскольку различные проблемы могут быть в нашем бхаджане. Это не проблема. Поскольку вот мой Гурудев, он всегда молился Шриле Прабхупаде и Нарисимхадеву, если вы всегда будете вызывать к им именам, то никакие проблемы не смогут влиять на вас, но ваше умонастроение, оно должно быть позитивное. То есть, если вы действуете на показ, это очень плохо. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорил Хираньякашипу. Вы знаете Хираньякашипу? И вот на самом деле Хираньякашипу и Хираньякша. Хираньякша и Хираньякашипу, они были братьями-близнецами, и вот они, Джай Виджай, они вечные спутники ну, Господа на Вайкунте, Господа на Рае. И вот они жили на Вайкунте, и по желанию Нарайны они пришли в этот материальный мир. There by the desire of Narayan, it is already there, already written there. Это уже описывается в Писаниях, что когда Чатушван сказал, что мы совершили какую-то ошибку, Господь сказал, нет, вы поступили согласно моему желанию, я хотел, чтобы ситуация стала такой. То есть я это все организовал, по моей воле вы совершили это. И вот Господь хотел отправить Джая и Виджая в материальный мир, чтобы утвердить какую-то сиддханту, какую-то лилу. Дать нам пример с их помощью, и таким образом Хираньякша и Хираньякашипу, они как Джай-Виджай, они пришли в этот материальный мир. И вот Хираньяка, он младший брат, а Хираньякашипу старший, вы уже знаете об этом. И вот Хираньяка был убит Варахадевом. А Хираньякашипу очень разгневался, и он хотел отомстить ему, отомстить Вишну. И вот он хотел отомстить самому Верховному Господу. Посмотрите, насколько он глуп. И вот он ждал подходящего момента, когда же он сможет отомстить, чтобы и убить его. И вот хотя те, но демоны, они всегда хотят убить гуру вайшнавов, они хотят убить Верховного Господа, чтобы они не мешали на их пути.
То есть они действуют как хотят. Они хотят, некоторые хотят доказать, что они преданы, что они саньяси, но их действия, они могут доказать, что они не преданные, поскольку если бы они были преданными, они бы следовали на 100% Шиле Прабхупаде и Шиле Бхактивинода Такура. Посмотрите, что случается сейчас. Можно, вы просто возьмите, посмотрите, что происходит сейчас. И вот Шрила Прабхупада говорит, Хираньякашипу, он был великим демоном, не просто демоном, а ну, как лучшим царем демонов. Худшим из демонов. И вот он хотел отомстить Вишну, и он ждал. И вот. И у него было несколько сыновей, Прахлад, Санхлад и остальные. Вот Прахлад, он был младшим. Прахлад Махарадж, он был преданным, всем, он был преданным, а Хираньякашипу, он был очень доволен, что Прахлад, он родился, он был очень доволен. И вот Шрила Прабхупад говорит, Прахлад Махарадж, он пришел в этот материальный мир как сын Хираньякашипу, но он великий преданный. И вот Хираньякашипу был очень доволен Прахлад Махараджем, но потом он стал против Прахлад Махараджа, и какова же сиддханта исходит из этого. То есть Хираньякашипу был очень доволен Прахлад Махараджем только до того момента, когда он жил, в его доме, не говоря ничего об абсолютной истине. Будьте внимательны здесь. То есть только до того момента, когда Хираньякашипу был доволен Прахлад Махараджем, только до того момента, пока он не начал говорить об абсолютной истине. А когда он только начал говорить об абсолютной истине, он сразу ополчился против него. Это главное. И в этом материальном мире то же самое, везде происходит так. Если будете говорить что-то о Майе под именем Харикатхи, то люди будут очень довольны вами. Они будут приглашать, давать вам гирлянды, большие пожертвования и прочее. А если будете говорить Харикатху об абсолютной истине, они не смогут этого потерпеть. И вот на берегу Радакунды Шрила Прабхупад во время Чатурмаси, во время Картика, Шрила Прабхупад говорил Харикатху, и люди, они, какие-то люди пошли слушать Харикатху от Сахаджи, и Шрила Прабхупад говорил, что не идите туда, идите ко мне, но кто может принять такую чистую Харикатху? То есть очень малоспособных. То есть против меня тоже много кто выступает. То есть очень много кто, когда говорю абсолютной истине о Шриле Прабхупаде, то есть многие не любят этого, сердцем они могут одобрить и принять, то есть своим изначальным настоящим сердцем они могут принять, что да, я говорю правильно, но все же Майя, она настолько могущественна. Майяна не может позволить нам совершать настоящий Харибаджан. И до того момента Хираньякашипу был очень доволен. Но после этого Хираньякашипу очень разгневался Прахлад Махараджа, поскольку Прахлад Махарадж начал говорить об абсолютной истине. И вот Хираньякашипу, он захотел убить его, хотя он его сын. И вот суть в том, что Хираньякашипу отправился в Мандарачалам Парват, то есть гору Мандарачалам, чтобы там совершить свои аскезы, чтобы обрести силу.
И таким образом Шиши Гауранга Махапрабху в Гора Лили говорит Шукламбара Брамачари. Шукламбара Брамачари только пьет молоко. Этот Брамачари, он хотел находиться в том месте, где Махапрабху совершал Санкиртан. И этот Шукламбар хотел видеть это. И Махапрабху разгневался и сказал, что думаешь, что те демоны, асуры, они тоже совершают аскезы. И ты думаешь, через аскезы ты можешь увидеть меня? То есть асура совершает аскезы, и какой же результат? И вот бхакти, наш бхакти мы совершаем, но если мы совершаем, но неправильно, то это один результат. А если мы следуем Гуру и Вайшнавам полностью, то есть те, кто следует своему Гурудеву полностью, то есть кто может сказать, что он следует своему Гурудеву? Например, вы сидите на каком-то возвышенном, возвышенной троне, как Хиранья Кашипу, вы очень могущественны, богаты. Если вы хотите что-то сказать, то глупые люди не будут слушать его, вас, но мудрые люди, гьяни, преданные, не могут принять ваше суждение. И суть в том, мы не хотим слушать. То есть суть в том, что мы хотим слушать что-то от чистых преданных, а если какие-то демоны что-то утверждают, то это нет смысла в этом. Кто может сказать, кто вайшнав, а кто не вайшнав? Кто может сказать, кто вайшнав, а кто не вайшнав? То есть те, кто находится в майе, они не могут этого сказать. Но глупые люди, они слушают тех, кто находится в майе. Только чистые преданные, они могут сказать, что есть что. Они могут сказать, что является чем на самом деле. И вот таким образом, смотрите, Хиранья Кашипу, он отправился в Мандарачалу совершать свои аскезы для обретения силы, чтобы он мог сражаться с Вишну. Он начал поклоняться Брахме. И вот он долгое время поклонялся Брахме, и после этого Брахма, он вынужден был прийти к Хиранье Кашипу. Что делать? Но Брахма не мог увидеть, где же он, кто совершает такой баджан для меня. Он не мог найти его, и вот он смотрел, и увидел, что в какой-то глине Хиранья Кашипу, поскольку в Сатья-югу, ваша жизнь, прана, асу на санскрите называется. То есть сейчас эта прана, она в зерне, в еде, точнее, онно значит, то есть если вы что-то едите, вы можете как-то поддерживать свое тело. То есть анья это называется. Для тигра, например, это плоть других животных, это его еда. Для коровы это трава, для людей это зерно, еда какая-то. И таким образом, без... Но поскольку в Сатья-югу прана была не в еде, и он поэтому не мог не есть очень долгое время, и даже его вся плоть, она уже... Ее съели насекомые, насколько он постился. Но в Кали-югу поститься не рекомендуется, поскольку наше тело больно, и
но не все могут поститься. Да, силу можно обрести от Харинама, от Харикатхи. То есть не просто съев что-то. И вот Хираньякашипу, он даже потерял свое тело от таких аскез. Одни кости остались. В Сатья-югу эта прана, она могла находиться внутри кости. Но сейчас это невозможно. Его тело уже разрушилось. То есть один скелет остался, и вот Брахман увидел его, что это какой-то куча, он там, и вот он из командалы взял воду и окропил его этой святой водой, и Хираньякашипу, его тело восстановилось, то есть мышцы наросли, стал очень красивым. Ну, уже не просто скелетом, а нормальным человеком. И вот он начал плакать. То есть он асура, и он начал плакать из-за своей. То есть он не был преданным, как бы, но что-то хотел. То есть если у нас есть какая-то корысть, то есть это нельзя называть бхакти, а глупые люди этого не знают. Тысячи людей приезжают из других стран в Индию, но они не знают, что такое баджан. Они не получают должного настоящего руководства, и все они находятся под чьим-то влиянием. Может, под влиянием майя, может, под влиянием, ну, еще чего-то. Но так или иначе, они чем-то, ну, что-то влияет на них. И если вы освободились от влияния всего постороннего, то тогда можете следовать чистому вайшнаву. Если у вас есть какие-то предубеждения, вы не можете просто взять и начать баджан. Вы сначала должны возвыситься до нейтральной платформы. Это главное. Перед тем, как начать какой-то баджан, то есть основа, вы должны возвыситься на нейтральный уровень, и тогда вы можете оттуда уже двигаться к позитивному миру или к негативному, а если вы чем-то, как сказать, что-то влияет на вас очень сильно, то толку от этого мало. И вот Хираньякашипу, он хотел поклониться Брахме и начал плакать, что ты пришел ко мне. И после этого он начал, Брахма спросил, что ты хочешь, и Хираньякашипу сказал, я хочу благословение тебе. Какое? Что я хочу стать бессмертным. Навечно. Но Брахма сказал, нет, я не могу такое дать. Я сам смертен. То есть мое тело не вечно, я тоже умру. И как я могу благословить тебе на это? Нет благословения. Ну, если хочешь что-то еще, я попрошу, смогу, но этого не могу тебе дать. Но Хираньякашипу был, но сказал, нет, я хочу жить вечно. И Хираньякашипу опять начал совершать аскезы, и Брахма опять пришел к нему, что ты хочешь, ты зовешь меня, я прихожу к тебе, и ты не принимаешь никакого благословения, нет, без этого, все, что хочешь, я могу тебе дать, но не бессмертие, ну хорошо, что? Я хочу, чтобы никто из твоих творений не убил меня, хорошо, благословляя. Ни днем, ни ночью, чтобы никто не смог убить меня, хорошо, да будет так. Никаким оружием тоже благословляю. Вот таким образом, Хираньякашипу, он хотел одурачить Брахму. Брахма, он старый, как бы пожилой, то есть он хотел его одурачить. Ну, в то время это была уже вторая часть творения, Брахма уже был достаточно старый, и поэтому он так подумал, что сможете его одурачить, и вот Хираньякашипу.
ну, в общем, ну, подумал, что вроде и не хочет мне бессмертие давать, но как-то косвенно можно как-то получить. И после этого Хиранья-Кашипу вернулся с этой горы Мандрачалы, но тем временем что случилось? Поскольку асура, демоны и полубоги, они всегда сражаются друг с другом. Всегда война идет друг с другом. И когда Хиранья-Кашипу отправился совершать аскезы в Мандрачал, у полубогов была возможность захватить всю, ну, все, все его царство. Но они долго не думали, пришли и начали с ними сражаться, с асурами. Асуры тоже сражались, но они были побеждены, поскольку их царь, он ушел совершать аскезы, что делать. И вот они... Вот они были побеждены и начали разбегаться, чтобы спасти свою жизнь, но так или иначе Каядху ее схватил Индра. И проблема какая? То есть она плакала: «Отпусти меня, нет, я не отпущу, мой муж ушел, а ты, полубог, тоже не должен прикасаться ко мне. Нет, я заберусь от тебя». И вот она начала плакать, и тем временем Нарад Махарадж пришел. «О, Индра, что ты делаешь? Ты не должен вести себя так, как...» Ты схватил жену Хиранья-Кашипу, ты царь, царь небес. Не, я хочу просто убить ребенка в ее чреве, и все. И потом я отпущу ее, не сейчас только. И Нарада сказал: нет, оставь ее, поскольку преданный родится из ее чрева. О, правда? Да, великий преданный явится. И у тебя нет права, задерживать ее. И, ну, как Нарада сказал, оставить Каядху, то и Индра Махарадж ушел. И Нараджа Махарадж сказал Каядху: о, мать, ты хочешь жить со мной в моем ашраме? Я буду говорить харикатху, ты можешь слушать, и не бойся никого, никто не потревожит тебя. И те, кто саду, как можно почувствовать, что он саду? И такова, сиддханта такова, что как можно понять, что что Шрила Прабхупад, он настоящий саду, что Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он настоящий саду, что Бхакти Прагьян Кешав Махарадж, он настоящий святой. Как это понять, как это осознать? Что перед саду, если вы подойдете к нему, если вы найдете все проблемы, уходят от вас, но подобно тому, как вот в этой слуге говорится, в то же самое время, ну, вы будете чувствовать себя свободными от любых проблем, вы будете чувствовать себя бесстрашным, поскольку настоящий саду, он благословляет вас, он хочет сделать вас бесстрашным. Вот в арчане, когда мы совершаем арчану, есть различные мантры. Симан Навадипе Динаттам Дивиджам Гурум Барабхай Падам Свантам Смаритатам Нам Гурбакам. This mantra is there. Also вот, another mantra, вот, you know one know. Это мантра, но не все ее знают. If you do both, sadhusanga, если вы совершаете садху-сангу и асад-сангу, то я не ответственен за это. За миллионы лет вы не сможете получить результат в таком случае. Вы должны совершать настоящую садху-сангу. И вот в этой мантре говорится, что сначала вы должны возвыситься до уровня полубогов,
и то есть, только тогда можете видеть этих полубогов. А что говорить о Верховном Господе, насколько высоко вы должны возвыситься? Вы не можете представить, насколько важно это. И один саду, если кто-то приходит к нему, он делает их бесстрашными. Вот эта мудра означает, я благословляю вас, я хочу сделать вас бесстрашными. Если вы чувствуете, все проблемы ушли, и полное удовлетворение в вашем сердце, будьте уверены, что он настоящий саду, иначе нет. Вот таким образом, и перед Нарадой Каядху она чувствовала себя очень комфортно, она чувствовала, что он может защитить ее, что Нарада, да, я хочу быть с тобой. И, но благословение хочу получить для тебя. Какое? Ну, я хочу, чтобы мой ребенок родился только тогда, когда мой муж вернется, а до того я хочу, ну, просто, чтобы он не рождался до того времени, пока нет мужа. Хорошо, Нарада благословил ее, что и слушай Харикатху, не проблема, я тут, и ничего с тобой не случится. И вот Нарада сначала сделала ее бесстрашной, и потом она слушала Бхагават-катху, Бхагават-татву. И вот только в общении с великими саду можно слушать Харикатху. Вот в этой шлоке говорится об этом. Вы можете победить эту материальную самсару, но это не такое большое дело. После этого, что вы будете делать? Какая следующая цель? Люди думают, чтобы обрести, ну, победить этот материальный мир, это, ну, нечто великое, нет, это не так. Это, ну, что-то, ну, подобно детскому саду. То есть, а после этого, что вы будете делать? Например, вы выбрались из влияния Мая. Например, сатва, раджа и тама, гуны, они больше не влияют на вас, но что дальше? Что дальше делать? Вы разве стали успешны? Нет, вы не успешны. Это люди могут думать, что вы уже выбрались из влияния майи, и это, ну, цель вашей жизни, но нет, не так, это не настоящая удача, это просто что-то основное, как детский сад. И дальше вы должны принять решение, что делать. Вот, выбравшись из майи, и тогда у вас есть настоящий шанс, совершать Харибаджа, понимаете? Когда вы можете возвыситься до того уровня, то есть только с помощью, ну, своих усилий нельзя выбраться из влияния майи, только по благословению Гуру и Вайшнава. И как же? Вот в этой шлоке говорится. И вот Кришна Удави говорит, служением Гуру и Вайшнавам, то есть автоматически вы сможете получить как освобождение, так и преданность. А с помощью своих собственных усилий выбраться из майи невозможно. То есть можно пытаться, но опять нужно запросто упасть. Без бхакти ваше сердце, оно не может полностью удовлетвориться. То есть, например, йоги какой-то выбрался из влияния майи, но не заинтересован совершать прямое служение Кришне. И что дальше? И поэтому Брахма говорит, анадрита джусмат анграйо.
Брахма говорит, в 10-й песне можно найти: «О Господь, те, кто игнорирует, то есть те, кто не хотят служить Тебе, Твоим лотосным стопам, они не могут стать успешными, они опять упадут». То есть, может, на какое-то время они возвысились, но… Но они опять могут пасть. И таким образом, если вы служите чистым гуру и вайшнавам, то есть по их милости вы можете обрести бхакти. То есть бхакти можно обрести только от бхакти, от преданного. То есть от того, кто, у кого оно уже есть, это подобно заразной болезни. Если у вас есть чувство преданности, бхакти, то есть если вы будете служить тому саду, вы также обретете эту преданность. И вот Нараджи Махарадж, он говорит Бхагаватам перед Каядху долгое время. Но Каядху, но она женщина, но в Бхагаватам описывается, что женщины, большинство женщин, они очень такое, ум их очень беспокоен. И поэтому они слушают Бхагават-катху от Нарады, но она думает то о муже, то о своем ребенке, который скоро родится. Ну то еще о чем-то, ну, о разных вещах. Ну, думает о этих полубогах, которые захватили их царство. То есть Харикатхона с полным неотрывным вниманием не слушает. И ум там и здесь, ну и так, ну, слушала, но плохо, но результат от этого все равно она получила, поскольку Прахлад Махарадж, он был в ее чреве. И по милости Нарады, этот ребенок, он слушал Харикатху. И вот, и поэтому гуру Прахлад Махараджа — это Нарада. То есть его настоящий гуру, настоящий учитель Прахлад Махараджа — это Нарада. И по благословению Нарады он слушал Бхагават-татву, находясь внутри чрева своей матери. И он был в медитации, то есть этим, но когда человек находится в чреве матери, он находится в такой медитации, молится Господу, чтобы он освободил его с этого состояния, но когда рождаются, они забывают. Это гарбастути называется. То есть, но не все молятся Господу, находясь в чреве матери, а только удачливые души. То есть, так, много, ну там много страданий. Ну это подобно аду. Но Нарада Махарадж по милости, ну Прахлад Махарадж по милости Нарады, он слушал Бхагават-татву и все это принял, осознал. По милости Гурудева, вы можете, ну, ходить на Харикатху тысячи раз, но вы не сможете принять и осознать всю Харикатху, пока Гурудев не благословит вас. Вы не можете слушать, но принять и осознать не каждый может. То есть, если ваш Гурудев не садгуру, если ваш Гурудев не садгуру, или, может быть, ваш Гурудев садгуру, но вы не искренне на 100%, или вы не получили его полную милость, тогда вы не сможете получить полную милость от Харикатхи. Только по милости Гурудева можно все принять и осознать.
То есть по милости Садгуру там это качество можно получить, то есть способность принять и получить благо от Харикатхи. И вот по милости Нарада Махараджа, Прахлад Махарадж слушал Харикатху, находясь внутри чрева своей матери. И после этого, когда Хираньякашипу он пришел со своих аскез, и Нарада он доставил Каядху в его царство, и после этого Хираньякашипу пришел, и вот он опять захватил свое царство, начал царствовать там. И after he is taking revenge against the demigods, he is most powerful. Now he also again take control over his own kingdom, is most powerful. Because he is getting full mercy from Brahma and coming with deep benediction. It's very powerful, vigorous energy. Now, вот он стал очень могущественным после благословения Брахмы и так захватил свое царство, и полубоги, они очень боялись его могущества. И после этого Хираньякашипу принял решение. Ну, тем временем Каядху родила Прахлад Махараджа. И вот назвали Прахлад Махараджем его, и Хираньякашипу, он был очень доволен, он играл с ним, садил себе на колени, то есть заботился о своем ребенке. И после этого, через какое-то время, Хираньякашипу сказал, я должен дать должное образование моему сыну. И вот он отправил его в школу Шукрачарья. Шукрачарья, он был гуру демонов, но за него его дети его выполняли его обязанности, Шанда и Амарка. Они были учителями в тот момент. И те демоны, что же они изучают? Но они получают какую-то социальную, какую-то социологию, экономику и политику. То есть полубоги, они что изучают? То есть эти... То есть демоны заинтересованы в артхе и в каме, то есть как получить богатство, увеличить богатство, то есть это их, ну, собственно, суть их образования. И вот Хираньякашипу отправил Прахлад Махараджа в эту школу, и там economical science is a nice education. But Prahlad Maharaj, he what to do? Because father Hiranyakashipu was sending, and they are actually good. А что оставалось делать Прахлад Махараджа, поскольку отец его отправил в школу, и эти его учителя, демоны, и they are bound to obey. И Прахлад Махарадж слушал, но то, что говорили Шанда и Амарка, но сердцем он это не принимал, поскольку Прахлад Махарадж уже слышал Бхагаваттатву от Нарады. И вот когда он слышал какую-то ересь, он это не принимал своим сердцем. Но что делать? Надо было как-то учиться. И в общем, ходил в школу и слушал.
но сердцем не принимал. Ну, не выказывал какого-то непочтения к своим учителям. И после этого Сандея Марко, они решили, что уже долговременно мы его учим, и сейчас хорошо, если мы возьмем Прохлада, приведем его к отцу, его отцу, и он, может, станет доволен нашими усилиями и, ну, повысит нам зарплату. Как-то, ну, отблагодарит. И вот с такими мыслями они повели Прохлад Махараджа к Хираньякашипу. In front of father. Then actually what happens? И что же случилось? Then actually father taking him. Отец посадил его к себе на колени. И every time I'm speaking. So now we like to recite. You can also feel. Ну, so nice, ну сейчас будем из Бхагаватам читать, что же там происходило. Every year I'm speaking without anon. But this year I like to recite so that you can also enjoy. So Hiranyakashipu actually. И вот Хираньякашипу. Hiranyakashipu taking lab and actually. Actually, what happens? Actually, Prahlad Maharaj was sent in front of. И вот Прохлад Махарадж отправили к отцу. Here it is written in fifth canto. И описывается. Narad Махарадж читает. He was taken in front of Gurudev Prasad Mendi. Actually, I told you the Guru. Speaking so many things in front of the guru, они много чего говорили про Прохлад Махараджа, но он не чувствовал, что это что-то важное, поскольку он уже услышал Бхагавад Катху от своего Гурудева. One day, и вот однажды, Асура Рато, Путрам Амкам Арапья Пандава, Прапачча Каттатам Батса Маннати Саду Джад Бхаван. Actually, it is written that one day, actually, и вот однажды, he was taken in front of father, его привели к своему отцу, и Асура Рат. Асура Рад, ну, значит, царство Асуров. И вот он посадил его к себе на колени. И слово Пандава там используется откуда? Поскольку из... Ну, из... Who is Parikshit Maharaj? Ну, поскольку Парикшит Махарадж слушал Бхагаватам, и он происходит из семьи Пандавов, и поэтому это слово там используется как Кришна с династией Ядов. И таким образом. Бхаван, значит, ну что ты думаешь, то, что, какое, ну, образование ты получил из своего гурукули, и скажи мне, что хорошего там, если бы Хираньякашипу что-то спросил конкретное у Прохлад Махараджа, он мог, ну, что-то там не то сказать, и поэтому... Хираньякашипу, он спросил такой свободный вопрос, чтобы он не нервничал. И что ты чувствуешь, ну, хорошего, ну, что ты хорошего узнал в своем гурукуле, скажи мне.
И таким образом Прохлад Махарадж, сидя на коленях, сказал: И что же он сказал, Прохлад Махарадж сказал перед своим отцом демоном: о лучший из асуров, он не сказал ему отец. Прохлад Махарадж не говорил таких слов, поскольку Прохлад Махарадж, он Махабхагавата, он не привязан, ну, к своим материальным связям. То есть кто отец, кто мать. Верховный Господь, он наш отец и наша мать. И будьте внимательны здесь. Прохлад Махарадж должен сказать: о отец, но он такого не говорит. Прохлад Махарадж, как он сказал? Прохлад Махарадж, его речи на полной сиддханты, и те настоящие преданные, они не должны думать о своих материальных связях с отцом, матерью и прочим. Они никогда не думают об этом. Шрила Прабхупад никогда в своей жизни не думал и не говорил, что Бхактивинода Тхакур мой отец. Нигде этого нет, ни в его речи, ни в том, что он писал, ни единого случая. И Прабхупад говорит: Шрила Прабхупад мой отец. Шрила Прабхупад никогда не говорит, что Шрила Бхактивинода Тхакур мой отец, и также Шрила Бхактивинода Тхакур никогда в своей жизни не говорил, что Шрила Прабхупад мой сын. Преданные, они не заботятся о материальных связях, и сиддханта в том, что когда Прохлад Махарадж говорил эти слова, он говорил, что асура варджо, он лучший из демонов, много разных демонов есть, но ты лучший из демонов. И вот Хирани Кашипу был очень доволен его такими словами, что настолько прекрасно он говорит. Поскольку разные полубоги, они, если вы предлагаете цветы, то Шанидеву надо апараджита предлагать. Если эти китайские красные розы предлагать Кали, Кали тоже будет доволен. То есть полубоги, они любят какие-то конкретные цветы. И Прохлад Махарадж говорит так, чтобы сохранить баланс. Он очень умен. Но в то же самое время Шрила Прохлад Махарадж открывает сиддханту нам, что он лучший из асуров. То есть он И вот Хираньякашипу стал недоволен, когда услышал дальше, что Харибхакти, как, зачем? Поскольку, смотрите, Прохлад Махарадж говорил о Асура Варджа. Я думаю, хорошо, если люди не смогут выбраться из этой материальной самсары, если не пойдут в лес и примут прибежище у Хари. Я думаю, это лучшее решение для них. Как ты говоришь о Хари Баджане? Как, откуда ты узнал? Поскольку я отправил тебя в школу, очень хорошую школу. Но откуда ты узнал это о Хари Бхакти? Это плохо. И в то же самое время, смотрите, все люди здесь, в этом материальном мире, они чувствуют какие-то проблемы. Только чистые преданные, у него нет никаких беспокойств, никаких проблем.
Он преданный, он всегда счастлив. Почему? Поскольку у него нет головной боли. Если у вас есть голова, то ну, головная боль тоже есть. Если нет головы, то головной боли нет, соответственно. Шукадев Гусвами очень счастлив, Нарада тоже. То есть, когда вы хотите контролировать этот материальный мир, это от этого только проблемы и беспокойство получаете. Почему люди чувствуют беспокойство? Поскольку бхакти это амрита, бхакти это нектар. Если вы получите бхакти, то нет никакого вопроса о беспокойстве. Почему? Поскольку вы не обретаете бхакти. Вы не обретаете этого нектара, а вы хотите контролировать этот материальный мир, получить какое-то протечку, еще что-то, и поэтому беспокойство, оно грызет вас, подобно насекомому. Если вы не будете думать о протечке, которую вы можете не будете думать ни о чем материальном, то никакое беспокойство не сможет прийти к вам. Если кто-то хочет критиковать меня, я снова говорю перед Бхагаватом. Если кто-то критикует меня, я счастлив, поскольку никто не будет беспокоить меня больше. Я хочу проповедовать таким образом, очень прямо, по милости Гуру и Гуру Варги, моя проповедь, она медленно, но очень могущественно. То есть я знаю, что качество и количество не может быть вместе. Я хочу качество прежде всего. И не заботиться о количестве. И вот смотрите, многие люди в этом материальном мире, они чувствуют какое-то беспокойство, то или иное. То есть они не могут выбраться из этого беспокойства, поскольку они что-то хотят. Если мы, какую-то преданность мы можем как-то исполнять, но не чувствуют, что-то мы хотим параллельно. Акама сарва кама ва мокша кама ударати тибрена бхакти йогена джажито пурушам парам. What kind of advice you are getting? Какой же совет мы получаем из этой шлоки? Если у вас есть желание или нет желаний, то все равно вы должны совершать харибаджан. Мокшакам значит, если вы хотите получить освобождение, освободиться от влияния этого мира мокша. Но мокша — это слово. Если я захочу объяснить его, согласно Гауди Сиданте, вы должны слушать меня, что мокша значит. Мокша значит. И вот согласно материальным людям, йогам, гьяниям и прочим, мокша значит просто освободиться от влияния этого материального мира. То есть избавиться от проблем, любых проблем. Но согласно Гауди Сиданте, мокша значит мукти. Сваруп значит, вот эта шлука говорится, что мы вечные слуги Кришны, даже более точно служанки Шри Кришны. Понимаете, что я хочу сказать? Дживатма, она... И вот вы вечные слуги Кришны.
Это ваша вечная сварупа. И если вы утвердились в этой сварупе, то тогда и тогда можно сказать, что вы получили настоящую мокшу, настоящее мукти. Джива Госвами Пад говорит, мукти. Any other kind of desire, and you know, where if you leave everything, if you can get this kind of, you know, platform, when you can discover that you are eternal servant of Krishna, then all of you, Gloria, you can confess that now you are mukta. Возвыситесь до того уровня, где вы осознаете, что вы вечный слуга Кришны, и это есть настоящая мукти, настоящая мокша. Now point is that those who are demigods and those who are demons, they always try to get favorable education. Хотят получить, ну, какое-то образование, которое, ну, как-то практически жизненно может помочь. То есть они хотят день, ну, какого-то богатства и наслаждений. Демоны, даже могут быть демоны в одежде преданных, но все же Шрила Прабхупад говорит, что мы не заинтересованы в богатствах и в наслаждениях. То есть слишком много денег, слишком много богатства, это плохо. Шрила Прабхупад снова и снова говорит об этом. Поскольку в этом случае у нас слишком много денег, мы не сможем их занять в Кришна-саве, они просто убьют нас. То есть у нас здесь много денег, то никто не может занять их в служении. То есть просто война начинается за эти деньги. И тогда вы можете даже оскорблять Гуру Вайшнавов, это описывается. Поскольку Шри вот Кунти Деви говорит, что у вас может быть ложное эго, вы можете очень быть горды. То есть есть четыре этих основы ложного эго. Если вы родились в какой-то очень знаменитой, в высокой семье, если вы очень богаты, очень образованы, или очень красивы, то есть это, ну, основы ложного эго. И этим можно очень гордиться и совершать оскорбление. И среди этих камней Канчана самое могущественное. Это самый такой сильный фактор. Поскольку если это у вас есть, вы, несомненно, пойдете, поскольку вы будете думать, что я очень... То есть, если у вас много денег, если вы даже происходите из какой-то, ну, не, ну, из низкой касты, то все равно будете думать о себе как о каком-то великом. Вот мусульмане, например, ну, мы не хотим никогда оскорблять мусульман, но в Чайтанья Бхагавате говорится, что Харидас, он совершал харинам. И вот они сказали, и вот мусульмане говорили, что все, ну, плохо будет, лучше его избить и выкинуть в Гангу. Это лучше, чем, ну, харинам будет повторять. И вот мусульмане и демоны думают таким образом. Они думают, что если мы совершаем харибаджан, это очень плохо. Если у вас есть деньги и власть, то все остальное, оно тоже придет, оно войдет в ваше сердце. Например, то есть у вас просто вы очень богаты, но другого нет, но оно само придет к вам без приглашения, поскольку слишком много денег, но вы можете возгордиться этими и оскорбить как-то гуру вайшнавов, это очень плохо, и это будет причиной вашего падения, такого сиддханта. И вот Шрила Прабхупад говорит, мы не заинтересованы в деньгах и богатстве, поскольку для нашей жизни это не нужно. Шрила Прабхупад говорит об этом, иначе мы
мы сможем как-то пренебрегать гуру и вайшнавами в этом случае. И поэтому смотрите. Хираньякшипу не дали. То есть они, дали образование, прохладу о экономике, и дармы там не было, кама и мокша. Артха и кама. Мокша не было там, не дошли, но асура, ну какой-то дарма они, ну, совершают иногда, но не так. Вот Джарасанда, например, он совершал ягью каждый день, без ягью он ни капли воды не пил, а когда Кришна пришел, он начал бить его. Ну, хоть бы он совершал огненное жертвоприношение, раздавал пожертвования браманам, но когда Кришна пришел, он хотел избить его, хотел убить его. То есть, ну, и такая вот дарма у асуров. То есть эти ракшасы, демоны, они как бы преданность, ну, показывают всем, но негативное все. И вот таким образом иногда они дарму тоже проявляют, но это мы никогда не одобряем такой дарму. И лучше говорить, что асура, они заинтересованы только в артхе и в каме. И также очень важно в те дни в сатья-югу. Они поддерживали какие-то правила и предписания, как наслаждаться, сатья-югу в то время. У них много было правил и предписаний, очень, очень строгие, как наслаждаться камой. А сейчас мы даже... У нас нет никаких правил, понимаете? Даже в сатья-югу эти асура, они наслаждались кама и артха, но какие-то ограничения у них были. Но сейчас мы настолько падши, что нет никаких ограничений насчет камы и артхи. Мы даже... Но мы настолько падши, что не следуем даже тому, чему демоны следовали. И вот Прохлад Махарадж, он хотел доказать это асурам, царю асурам, что те люди, находящиеся в материальном мире, они так много... Беспокойство получают, и очень хорошо, если они избавятся из этой самсары. Если они смогут принять прибежище у лотосных стоп, хари, и тогда они смогут почувствовать себя хорошо. Итва-тупатам-гриха-манда-купам Манам-гата-яда-харима-астрайи. If they go inside forest, leaving this material world, то есть если люди оставят этот материальный мир, уйдут в лес, примят прибежище у Шри-хари, и тогда они совершают хари-баджан, им будет гораздо лучше. И вот следующее, что вот Прохлад Махарадж, он махаджан, среди 12 махаджан. А почему он дает такое наставление отправиться в лес, хотя Прохлад... Почему Шрила Прабхупад никогда не говорил этого, и Шрила Бхактивинода Тхакур тоже, но люди, смотрите, неправильно поняли. На самом деле Бхагаван Шри Кришна дает наставление Удаве, о Удав. Бон значит бананту саттвикам васам.
Банавас, Банавас. Бхагават Махарадж говорит, мы должны уйти в лес, но Бхагаван Шри Кришна дает такое наставление, что Ванамту Саттикам Васам. И логически, согласно Ньяя-шастре, Ньяя значит логика. И вот Навадвип это было место вот это Ньяя. If some instruction is there, и вот говорится, что в этой Ньяя-шастре, то есть если нам Гурудев дал какое-то наставление, а потом дал следующее наставление, то есть нужно следовать следующему, а первому, ну, не обязательно. Как, например, мы получили наставление Шрилы Бхактивинода Тхакура, мы должны следовать Шриле Бхактивинода Тхакура, поскольку он дал нам более... Как сказать, более... точное указание, как достичь Чайтанья Махапрабху, понимаете? То есть предыдущие наставления, которые даются в писаниях, то есть если после этого даются последние наставления, как в Гите, например, то есть все последние более важны. Как, например, Бхагаван Шри Кришна говорил одно, потом второе. Санкхи-йога, Гухья-йога и прочие вещи, а после этого Бхакти-йога. И Арджун, он был озадачен, ты должен одно наставление дать, зачем так много, я не могу понять всего. Ты так много наставлений даешь, я озадачен. И что делать? И ты говоришь одно, потом второе, потом третье, потом еще что-то. И сейчас о Бхакти-йоге говоришь, что Бхакти-йога наивысшая. И что же делать? Как следовать? Бхакти-йога — это высшее в Гите. И среди 12 этих разделов Бхакти-йога, она наивысшая, это высшая, после нее уже ничего нет. То есть, а почему? Поскольку так много людей, то есть не все могут, не все находятся на одном уровне. Например, какой-то человек на карма-марге находится, и Кришна говорит о карме. Кто-то на гьяни-марге, и Кришна говорит о гьяни, и таким образом разным людям Кришна дает такое открытое наставление. То есть, если вы на том уровне находитесь, следуйте этому, на другом уровне тому, а бхакти-йога — это высшая цель. Это, нам, это высшая йоги-гьяни. Они дойдут до бхакти. Они должны дойти, возвыситься до бхакти. Может, сегодня, может, завтра, может, в следующей жизни, может, через одну жизнь, может, еще когда-то, но в итоге они дойдут до бхакти-йоги, чтобы их сердце было полностью удовлетворено, понимаете? И поэтому говорится таким образом. То есть бхакти-йога, она выше, и в бхакти есть разные виды бхакти. И вы должны следовать Чайтанья Махапрабху, Бхактивинода Тхакура, Шриле Прабхупаде, чтобы получить более конкретные, более тонкие наставления о бхакти, что Рупа Санатан Джива Госвами говорит, что говорит Шрила Бхактивинода Тхакура, что говорит Шрила Прабхупада, они более утонченно говорят об этом. Они извлекают для нас такую большую суть всего. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит. Банам ту саттикам басам раджасам грама уччате твамасам дута саданам манникетанасту ниргунам. И что Бхагаван Шри Кришна говорит нам Удаве, он говорит эти слова. And those who are gambling, you are
gambling. That was, that is actually tama. Man nikatanasu nirganam. Those are gambling. Where, you know, they are doing jua. That's called tama moto. Actually. So it is written that actually banantu sattikam vasam rajasam gramochati and I forget. And monnikatanastu nirganam. Monnikatanastu nirganam. And my place is nirgun out of the influence of these three modes of nature. Ну, в этой штуке говорится, но в итоге, что о моем... смысл в том, что уйти в лес, это не значит буквально уйти в лес, это находиться с преданными. То есть такой сатвагуни, это есть ванам, сатвикавасам. Это значит уйти в лес. Когда мы находимся вместе с чистыми преданными, с гуру вайшнавами, и мы слушаем харикатху, то тогда мы по-настоящему находимся в лесу. Что значит лес? Значит, нет никаких материальных беспокойств. Понимаете? И таким образом, Прахлад Махарадж говорит, что уйти в лес значит это находиться вместе с гуру вайшнавами, слушать харикатху, совершать харикиртан. И вот после этого, когда он услышал эти слова от Прахлад Махараджа, и Хираньякашипу очень разгневался. И Срутья путро гиро дайтья парапакша самахитаха Джахасо буддхир баланам виддате Parabuddhivi, Surta Putto Giro. When Prahlad Maharaj speaking this way, когда Прахлад Махарадж сказал эти слова, Хираньякашипу очень начал смеяться. Почему? Why? Because Hiranyakashipu was speaking. Хираньякашипу сказал, те дети, они невежественны. Если не услышат что-то необычное, могут запомнить и кому-то рассказать, поэтому я не оскорбился. То есть, если кто-то, в общем, попал под дурное влияние, ребенок, и бывает вообще. И вот сказал, Самьяк Бедхарьятам Бало Гуру Грехе Диятивихи Вишну Пакхи Пратичаннер На Виддата Виддата Асадхирьята. Actually, Hiranyakashipu cannot expect вот this kind of teaching. Hiranyakashipu не мог надеяться даже, что, как, откуда он узнал это все, поскольку он отправил Прахлад Махараджа в дом гуру Шанды Амарки, откуда он узнал все о преданности. И дал он наставление этим гуру, его учителям, что защищайте моего сына должным образом, чтобы он не мог говорить такое передо мной, будьте очень внимательны. Он очень разгневался, что вы не защищаете моего сына, откуда он то узнал все. Откуда? То есть пытайтесь защитить моего сына, чтобы в будущем не было у него такого. Откуда он тут знал? От вас, небось. Я к вам его отправил, а вы не защищаете его. Вишну-пакхи-прати-чаннайр-на-виддятасья-дхирьята.
so that his brain cannot touch Vishnu. В общем, сделайте так, чтобы ум никак не соприкасался с Вишну. After that, и после этого он ушел. Actually now, those teacher, they taking Prahlad Maharaj again back. И вот эти учителя, они забрали Прахлад Махараджа опять в школу и спросили о Прахлад. Хочу спросить у вас, что спрашиваете, откуда ты узнал об этом, о Вишну, мы никогда не говорили тебе, пожалуйста, расскажи нам, не ври. И отвечай, откуда ты узнал все это? Батсо Прахлад. И Прахлад. Батсо Прахлад. Батсо Прахлад. Бхадрам те сатьям катхайо мам риша. Don't try to speak lie. То есть они сказали, не ври, рассказывая. Бала нути кутостуе кутостубьем ешо будди вибарджайо. Ты просто какой-то мальчик. Откуда ты это узнал? Мы тебя никогда не учили этому. Будди ведаха паракрито утохо те со абхават баннятам саттва каманам гуру нам куланандана. You are куланандан. We are very proud of you because you are prince. То есть ты сын царя, мы очень уважаем тебя, и расскажи, откуда же ты это все узнал. Что же является источником? То есть ты сам такой родился или кто-то повлиял на тебя? Yourself automatically you get this kind of teaching from somebody. Wherefrom you get? We are very, anxious about this point. Then Prahlad Maharaj giving answer very fearful. И Прахлад Махарадж начал отвечать. Параха сасчети садграхо пунсам джанмайая критаха. Прахлад Maharaj speaking. И Прахлад Махарадж сказал. This kind of teaching done by whom? You yourself develop that kind of teaching. This is actually Maya, 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 Maya. Everybody in Maya. Prahlada speaking. Paraho sasche vajan paraho sascheti asad graho pungsam janmaya yakritam. This Maya. Что это Maya? Mahamaya. Mahamaya. By the influence of Maya, под влиянием Махамая, каждый думает, что это я, это мое, то есть наше и ваше, я и мое. I want to pray Dandavati. Я хочу предложить свои поклоны тому Верховному Господу, поскольку под влиянием Майи того Верховного Господа люди думают таким образом, что это я, это мое, это ты, твое. То есть это под влиянием Майи происходит. И таким образом Прахлад Махарадж говорит. After that actually, Prahlad Maharaj now speaking. Что никто не может дать такие наставления, поскольку те, кто находится в Майе, все находятся в Майе, как они могут сказать мне что-то о Кришна-бхаджане? То есть он не говорил им, что он узнал о бхакти от своего Гурудева, о Нараде. Он не говорил этого. И таким образом, Прахлад Махарадж сейчас, Нараджи speaking now, the two teachers, they like to treat him right way. They like to give some treatment to Prahlad Maharaj so that Prahlad Maharaj can speak rightly. If confess, okay. If don't, we can get one
stick to beat. Sham, dan, bhed, dando, four kind of procedure there to get you in control. То есть четыре вида. Способов, как влиять на кого-то. Вот сначала они как-то пытались спрашивать сладкими словами, как вы там, откуда ты это узнал. Потом пытались подкупить чем-то, подарками каким-то, потом жесткими словами. А последнее данда – это наказание палкой. То есть, ну, из четырех видов влияния на кого-то, но гуру вайшнава никогда не следует этим процедурам. И вот «Аньотамаре петрам асмакам аджаскараха». Пралада, это defamation. Пралада Махарадж, мы получаем, you know, bad name. И вот они решили наказать его, что из-за тебя нас, ты нас опозорил. Аньотамаре бетрам асмакам аджаскараха. Куланга расо дурбадхер счатуттхо чатуттхо асо удито дама. Actually fourth, the самдам бхеддандха. В общем, они пытались как-то... Fourth kind of treatment is good for him. We can beat him. В общем, Аньотамаре, по-хорошему он не соглашался на подарки, тоже на руку не реагировал, и решили наказать его. We can proceed to the fourth, you know, procedure. We can beat him. Speak right way. Wherefore we can. И рассказывай, откуда же узнал о Вишну, иначе мы побьем тебя. И таким образом. Прохлад Махарадж. Now he is always Prahlada Smarani. То есть Вишну Сурвана Парикшит Абават Байясаки Киртане Прахлада Смарани. So now Prahlada Maharaj is Mahajan. Прахлад Махаджан, он молчал. То есть они хотели побить его, но Прахлад Махарадж просто молчал. Actually, those you know, those they are speaking. The actually, where from you get this kind of? So now they are trying to give nice lesson to Prahlad Maharaj, so that any more mistake cannot happen. То есть они хотели проучить Прахлад Махараджа, чтобы в будущем не опять не позорил их, и вот они опять начали его обучать, чтобы ничего не случилось такого же. И вот они пошли с Прахлад Махараджем к царю опять. И Хиранякашипу взял его к себе на колени. What happens? It is written there. Что случилось там, говорится. Аропьянкам абхграю, мурдхани острукаламбхи, асинчан викасад, бхактам идамаху Юдхиштхира. Hey, Юдхиштхира. О, Юдхиштхира. In between, so many harikatha going. Ну так. You cannot understand. Actually, mainly, Парикшит Махарадж hearing Сукадев Госвами. Парикшит Махарадж говорил, Сукадев слушал, а потом Сута говорил, Шанакади Риши слушал, а потом еще кто-то говорил, поэтому тут различные имена упоминаются. Те, кто слушает Бхагаватам, должны быть очень внимательны. И здесь Нарада говорит Юдхиштхире, вот эту тему конкретно. И вот в седьмой части Юдхиштхира Махараджи Нарада говорит. Анкам араб, бачен арабья анкам абхграю, putting a son on lap. И вот посадив своего сына на колени и вдохнув аромат его волос. Арабья анкам абхграю мурдани острукаламбхи. Острукаламбхи? Yes. Tears rolling down the cheeks of
и слезы капали из глаз Хираньякашипу и капали на голову Прахлад Махараджа. And falling on Prahlad, because Prahlad Maharaj sitting here on lap. And this way, Hiranyaka love Prahlad Maharaj so much. Up to what point? Хираньяка Шипу он очень любил Прахлад Махараджа, но до определенного момента. И вот, он обнимал его, целовал своего сына и спросил. Хираньяка Шипу спрашивает. О, Прахлад, мой сын. Прахлад анучатам тато свадхитам кинчид уттамам. What kind of lesson you got какой from your guru? Учени ты? Could you speak something? Узнал от своего гуру. То есть он опять не задавал никаких конкретных вопросов. Он спросил просто, что же ты узнал хорошего. Асуры, они тоже иногда милости могут оказать нам, но эта милость, она бесполезна. И вот смотрите. Прахлад анучатам тато свадхитам кинчид уттамам. Кале нойтам батаюсман жад асикшат гурур бхаван. Гурур бхаван, гуру теке, from гуру, what you learn. Could you speak something? Что же ты узнал от своей гуру? Скажи, я хочу услышать. И Прахлад начал говорить. Саванам кирдханам диснусмаранам падусеванам арчанам банданам дасям шакшам атма ниведанам ити пумсар пита вишну бхактис чеднавалакшана крит бхагавати адья танманни адитамоттамам. Hey, Асуравальджо, лучше из асуров, я думаю, что Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакшам, Атманиведанам. Пумса значит, то есть людьми. Я имею в виду, если они будут совершать бхакти таким образом, лотосным стопам Вишну, пумсам, то есть во множественном числе используется, не под человека, а люди. Чет значит, если, то есть если люди будут совершать бхакти таким образом, то есть чет значит, то есть если вообще будут это делать, то есть я думаю, это лучшее образование во всей вселенной, как он говорит об этом, о бхакти, о девятисложном бхакти. И вот Прахлад Махарадж говорит о Нававида Бхакти, о девятисложном Бхакти. И Хираньякашипу очень разгневался, стал подобен огню. Откуда он это узнал? Бачо, суто бачо, суто сон. Услышав от сына, бхакти, от своего сына, и Хираньякашипу очень разгневался.
Увача идам. Гуру Путро, Гуру Путром. Гуру Путро means to Гуру Путро. He is speaking. Hiranyakashipu. Руша, very angry. Спуритадара. Брахма банду ким этатте випакшаха, випакшам. Сраята сата. Бальче, Брахма банду ким этатте випакшаха, випакшам. Сраята сата. Printing mistake here. Actually, it is Ditya, second case only. Брахма банду, you are not actually Brahman. Because those who are Brahman, they should speak. They have no politics in their heart. No, you know, they are actually speaking lie. Where from you? Brahma bandhu kim etatte vipaksham srayata srata. Srayata sata. Asaram grahito balo mam anadrito durmate. You violate my instruction. Last time also I told you, вы ослушались меня, я сказал, учить моего сына достойно, а вы опять занимаетесь чем попало, как вы посмели ослушаться меня. Асар значит, ну, какие-то бесполезные вещи, зачем вы учите моего сына? И тогда эти учителя, они очень испугались. Гуру Двай, это Гуру, two teachers are speaking. Hey, Rajan, don't become angry. О царь, не гневайся на нас. Поверь нам. Мы никогда не учили его этому. Намат пранитам, на пару пранитам, суто вадатие сатавиндро сатро. Найсаргикам матирасья раджан нижачаманнам кададасмамана. Don't become angry with us. Не гневайся на нас. Твой сын автоматически это говорит. Как возможно? Да, поверь нам. На мат пранитам, на пару пранитам. Мы никогда не учили его этому. Also, there is no scope. И не было никого, кто мог бы прийти и рассказать все это. Но мы автоматически находим, что в его сердце это все уже есть. Все правда, да, верим. Но мат пранитам, но пара пранитам, суто вадати еша, тавендро шатро, найшаргикиям матирасса раджан нижачаманьям, кададас мамано. И не гневайся на нас, мы никогда не учили этому. И Нарада сказал, Гуру Найвам Прати Практабхуйо Аха Асура Сутам Ночет Гуру Мухьям Те Куто Абхадра Сати Мати. Нарада Вача, и вот Нарада сказал, Гуру Найвам Прати Практя, when и вот когда два его гуру, они сказали, Гуру Найвам Пати Практо Бхуйо Аха Сура Сутам Ночет Гуру Мухьям Те Куто Бхадра Сати Мати. If you are not learning this from Guru, then where from you are learning? Не узнал это. Откуда ты вообще это узнал? Куто бхадра сати мати. Where from you are getting this kind of bad mentality? Откуда ты узнал о Кришна Бхакти? И Прахлад Махарадж, сложив ладони очень смиренно, сказал, он, Прахлад Махарадж, никогда не... ничего не боялся и сказал, митхо випадде то грихо вратанам адант говир вишатам тамисрам пунаха пуна чарвито чарвананам. Прахлад Махарадж now giving answer. Вот Прахлад Махарадж ответил, мотирно кисне парото сатова митхо випадде то грихо вратанам. It is not possible that somebody can get Krishna Bhakti. It is not possible that somebody can get Krishna Bhakti. Митхо випадде то грихо вратанам.
Те, кто занимается грехавратой, их ум и сердце, они всегда заняты в материальной самсаре. Это невозможно для них соприкоснуться с Вишну. То есть прямо или косвенно это нельзя. Одан-то говорит, Вишатанта Мишрам, they have no control over their sense organ. Those are grihastha, those are not actually proper grihastha. Grihastha is very good. Ну, грехастха это очень хорошее положение, но те, кто не недостойны грехастхи, скажем так, они не могут контролировать свои органы чувств. И пунаха чорвита чарвана. Those are грихастха. They are getting same kind of enjoyment. Они получают какое-то наслаждение, но они не чувствуют удовлетворения от этого. То есть, и они так живут уже переживанное. Они не чувствуют удовлетворения и не развивают непривязанность в то же время. И они так падают и падают в тьму постепенно. То есть они наслаждаются тем же самым, но они не чувствуют ни удовлетворения от того, чем они наслаждаются, не развивают непривязанности. И Прохлад Махарадж говорит, как эти два гуру, как они могут сказать мне что-то о Кришна Бхакти, если у них нет Кришна Бхакти, как они могут это мне дать, если они сами ничего не знают о Кришна Бхакти. Андхая тандаир пумия ман, стео писичатанта мурудам нивадья, ноте виду сваттагатим хивишну, дура саяджи вахир артаманя. Андхая тандаир пумия манам, стео писичатанта мурудам нивадья. Как они могут дать мне наставление о Кришна Бхаджане, поскольку они сами ничего не знают, и в конце Последнее. No other way. То есть я. Not a vidu sartha gati me Vishnu. So many big way I can explain that. То есть все души они должны достичь Вишну в конце концов, но. But actually not a vidu sartha gati me Vishnu. They're actually personal interest. Actually personal interest means. То есть какой-то наши личные корыстные интересы, если мы хотим олицетворить ну, кого-то конкретное существо, то есть это душа джива, и для этой дживы есть единственный интерес – это Кришна Бхакти, но мы, находясь, мы не можем принять этого. Эти обусловленные души, они не могут чувствовать, что они должны достичь стоп Вишну, что они должны совершать Вишну Бхакти. Нет никакого пути открытым перед ними. Может, в этой жизни, в следующей или потом как-нибудь. То есть, ну, так иначе они должны будут достичь Вишну в какой-то жизни. И эти гуру, как они могут, ну, могут понять это, поскольку они сами не имеют никакой преданности, никакого знания о Вишну, они не знают, что Вишну – это наивысшая цель для всех душ, и их сердце всегда оно стремится к материальным наслаждениям. Их сердце, оно Outside, to find material enjoyment. Or if one blind going to guide another blind, what is the result? If one blind going to guide another blind, what is the ultimate result? They can all two point out. If one blind going to guide another blind, what is the ultimate result? What you can get?
They can both fall down. Andhaya sandirupagiyamanam. Andha, a blind teacher, blind guru, если слепой, слепой гуру, он, вы под его руководством, вы оба в майю попадете. Как ваш гуру в майю, так и вы тоже будете в майю, нет иного пути. Yeah, they chain. A chain in nose, rope. Then we can make nozzle and pull. This way. Not a vidu swatchaka team he Vishnu. Vishnu, Dura, Sayari, Vairatma. Andaya Sandirupu Yamanam, stay up, Sichatan Samurudam Nivati. After that, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj дает такое наставление для всех очень. И вот Прахлад Махарадж Na eshang manaha, Prahlada speaking, na eshang mati stavad urukramang, that means, na eshang manaha stavad urukramang is prishati anartha apagamaha yadartha. How they can develop this kind of nice brain? Это, ну, это how ума настроение, как их сердце может соприкоснуться к Верховному Господу, они неудачливы, поскольку... Ваше сердце не может соприкоснуться с лотосными стопами Верховного Господа до того момента, пока вы не получите милости Гуру и Вайшнавов, пока у вас нет милости от Гуру и Вайшнавов, вы не получили пыль с их святых стоп, то до тех пор ваш ум не может соприкоснуться с Верховным Господом, понимаете? То есть нельзя выбраться из анартха до тех пор, пока вы не получили милость от пыли с лотосных стоп Гуру Вайшнава. Анартхи, если анартхи это ну, все нежелательное, все плохое, оно находится в нашем сердце. И вот пока оно есть, вы не сможете совершать настоящий Кришна-баджан. Mahiya samrajo padav visegan niskinjana nangam nito yav. Until and unless you are taking bath. До тех пор, пока вы не примете омовение. Bath. Unto the lotus feet. В пыли с лотосных стоп Гуру Вайшнава. Dust particle from the lotus feet of Guru Vaishnava. You cannot вы не сможете получить это тонкое представление. So this way actually, то есть не можете начать Харибаджан. И вот Хираньякашипу очень разгневался. И Хираньякашипу дал приказ своим демонам убить его прямо сейчас. Заберите его от меня. И после этого Хираньякашипу он кинул своего сына с колен. Он сидел у него на коленях, и он скинул его со своих колен и приказал убить. И все демоны, они побежали убивать его, но не смогли. А оружие, оно ну, бесполезно было. И они хотели убить его с помощью оружия, но не получилось. They cannot kill Prahlad. After that, they put in Prahlad Maharaj inside cave. Они
в пещеру какую-то не его посадили, хотели скинуть с какой-то высокой горы. Хотели отравить. Пытались натравить каких-то сумасшедших слонов на Прахлад Махараджа, но все было безуспешно. Хиранья-Кашипу не мог, ему уже надоело. Он уже не мог думать, что же делать. Он испугался. Я пытаюсь убить его, но не могу какого-то маленького мальчика убить. В чем проблема? То есть наверняка какая-то проблема в этом. И вот он испугался. И после этого Хиранья-Кашипу хотел получить ответ на свой вопрос, как его убить. И эти учителя, они забрали его, и после этого Прахлад Махарадж и вот он начал говорить в школе, там было много мальчиков, детей демонов. И Прахлад Махарадж, когда эти его гуру куда-то уходили, и все эти маленькие мальчики пришли к Прахлад Махараджу, чтобы узнать что-то от Прахлад Махараджа. Они сели вокруг Прахлад Махараджа, и он начал говорить. And sitting all around Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj giving instructions. Prahlad Maharaj in front of the small boys, their brain is not contaminated, not yet contaminated. So их ум еще не был оскверненный, поэтому они смогли слушать Прахлада. И Прахлад говорит: «О, мои друзья!» Kumara chet pragu dharman bhagvatani ho durlabham manusam janmo tadapi adhrubam arthadam. Prahlad Maharaj говорит. Prahlad Maharaj giving instruction to those, those small boys. I mean friends. Oh, my friends. Мои друзья. Giving instruction, so nice instruction. Actually, oh my friends, actually, you should start bhajan. Вы должны начать bhajan. Start bhajan. Самого начала, вам 5 лет, это более чем достаточно. Вы должны начать баджан прямо сейчас. Комарад Ачарьям Пругья, Бхагава Дхарму вы можете начать прямо сейчас. Вы получили это редкостное человеческое рождение. Но хотя оно очень нестабильное, но все же великое значение есть в нем. Каково значение, что через Хари Бхаджан можно вернуться назад к Кришне, и оно имеет великое значение. То есть можно обрести бхакти и достичь лотосных стоп Шри Кришны, совершая бхакти. Сукхам индракам датья, сукхам индракам датья дехо йогена дехинам сарватра лабхате дайват ятха дукхам аджатната. You are never trying to get misery. То есть вы никогда не стремитесь к каким-то несчастьям. Только Кунти-деви, она единственная, кто просила несчастье. О, Кришна, мы хотим различные проблемы, несчастья. Да, мы хотим, чтобы это приходило в нашу жизнь. Почему? Поскольку если мы в каких-то несчастьях и проблемах, то мы сможем звать, помнить тебя, и поэтому мы сможем постоянно быть в соприкосновении с тобой, помнить о тебе.
So actually, sukham indriyakam detya deho yogena dehinam sarvatra rabhate daiva jatha dipcham ayatmatha. You are never trying to get misery. То есть мы, никто не стремится к несчастьям, к каким-то проблемам, нет, а наоборот, мы каким-то благом стремимся к счастью. Но вы не знаете, какое же настоящее определение счастья. You are going to get this kind of material enjoyment, sukha. Это материальное наслаждение вы можете получить везде. Будучи в любом теле, любое живое существо, согласно своей предыдущей удаче, они получают наслаждение. Это не проблема. Никто не хочет получать никакие проблемы, но они приходят в жизнь каждого. Это плохо для вас. А не хорошо для вас. Стремиться к материальным наслаждениям. Эти усилия, они не... Вы не должны стремиться к материальным наслаждениям. Вы потеряете вашу жизнь. Without the devotion of Mukunda Charan, без преданности Мукунде, вы никогда не обретете полное удовлетворение вашего сердца. Your body is there, material body. Ваше материальное тело, оно существует, но в скором оно помрет сегодня или завтра, и поэтому будьте осторожны, займите свой ум и тело в Кришна-бхаджане. Вы должны пытаться снова и снова. То есть пока ваше тело не пало, вы пытаетесь снова и снова занять все в Харибаджане. И таким образом Прохлад Махарадж так много советов, наставлений дает этим детям демонов. Времени мало, я просто несколько слог приведу. Прохлад Махарадж говорит: Sanyam rahasyam ruchiranscha mantran Suhit sutat snehum hosito sisunam Kalaksharanam anurakta chitto. This way actually is giving advice. И таким образом он дает наставление. After that, после этого, после его последнее наставление, о дети демонов, для вас это не проблема, поскольку Кришна, он в вашем сердце, вам не нужно его искать. Чтобы служить Вишну, Ачюте, Кришну, это не проблема, поскольку Кришна находится в вашем сердце, Ачюта. Вы можете показать мне какое-то место, где Кришны нет? Нет, Кришна везде, он везде сущ. So nahi achyutam pranayato bhuvayaso suratmaja atmottat sarvabhutanam siddhittat iham sarvatah.
Атма, она везде суща. Атма, она везде. Атма, она везде присутствует, но не все ее видят, хотя она везде. И также Кришна, он присутствует везде, вам не нужно его искать. Не нужно искать Верховного Господа, нужно просто сконцентрироваться, помнить о нем. И поэтому я хочу дать вам такое наставление. Тасмат сарвешу бутешу даям куру тусовхидам. Don't try to не пытайтесь, hate anybody. Ну, не try to develop amicable, loveful relationship. Не нужно никого ненавидеть. Вы должны уважать всех. Тасмат сарвешу бутешу даям куру тусовхидам. You have to show daya, mercy to everybody. Вы должны оказывать милость всем живым существам. You can leave Asura Bhava. Asura Bhava is there. Демоны, то есть вы должны оставить свое демоническое умонастроение, и тогда Чюта Кришна будет доволен вами. Чарная рупугая тамна, тушти чататра кималабхьяманант ади, кинтуэйр гунабети каради хо джеса сидья, дхармадайо кимагунена чаканхитена сварам джусам, чарная рупугая тамна, тушти чататра кималабхьяманант ади. Wait, when Supreme Lord is satisfied, what you cannot get? Если Верховный Господь доволен нами, то мы сможем обрести все. Ананта рупи хари, if satisfied. Если Господь доволен нами, мы можем обрести все, что мы хотим. No kind of нет, не будет никакого неудовлетворения в нашем сердце. But you have to try. Но вы должны пытаться. Ниванан дойго васе вина жатне я сиддо хай сей сато сиддо дхармади жанну чешта корай ки фол. If you are trying for material thing, если будете пытаться обрести какие-то материальные вещи или материальные наслаждения, какие блага вы получите? Это разве хорошо? Нет, это плохо. This way, Prahlad и таким образом Прохлад Махарадж говорит о Кришна Баджане. And now boys, they are asking, эти Prahlad, one question we have. Дети демонов спрашивают, о Прохлад, у нас есть вопрос, как ты обрел это бхакти? Поскольку ты и мы все тут вместе учимся в школе Шанди Амарти, но как ты смог обрести это знание, мы не смогли. И Прохлад Махарадж рассказал все, что говорил до этого. Когда его отец ушел на гору Мандарачалам, и моя мать Каядху, она была схвачена Индрой, и ну это что дальше случилось, и то, что Нарада, он говорил Харикатху, он слушал, находясь в чреве своей матери, которая находилась в ашраме Нарады. Лавхарпанена ча саннена саду бхактия нам исварара арадханайна ча. Гуру сусасая бхактия сарво лавхарпанена ча саннена саду бхактия нам исвар арадханайна ча. You will have to follow Садгуру properly, Гуру Сусаса. You will have to serve your Садгуру. Ты должен служить Садгуру. Full devotion. You have to try. Then and only then. И тогда и только тогда ты можешь обрести. Обрести веру. Киттанойр гуно
кармонам татпадамбужо татпадамбу рухадьянат татлингир лингьяр катара надиви. Харихи сарвешу худешу Бхагаван Бхагаванахас тат ишвараха ити бхутани манаса камой стои саду манет вачен. Actually, Prahlad Mahārāja explains this way, how to do bhakti. Объясняет, как совершать бхакти. Прахлад Махарадж дает наставление. Вы не нужно ненавидеть никого. Вы должны оказывать какую-то симпатию другим живым существам, должны служить чистым вайшнавам. Give everything unto the Lord of Spirit of Sadguru, whatever you receive, можете отдать все, что у вас есть, благословенным стопам Садгуру. And before that it is written, Guru Sushasaya Bhaktya Sarva Labhar Panena Cha. Whatever you get, you will have to offer it to the Lord of Spirit. Все, что вы получили, вы должны предложить лотосным стопам Гурудева и находиться с Садгуру и Сатвайшнавами и поклоняться Кришне под их руководством, и тогда вы сможете обрести все. И таким образом Прахлад Махарадж, и вот вот, то есть Нарада рассказывает, что говорил Прахлад Махарадж этим детям демонов, и потом снова Прахлад Махарадж пришел к Гурудеву, и тогда Прахлад Махарадж спросил Хираньякашипу, и он то же самое произнес. И Хираньякашипу сказал, ты говоришь, что Хари, он везде. Сможешь ли ты показать его в этой колонии, он тут? И Прахлад Махарадж сказал, да, я могу показать. Ну, покажи, иначе убью тебя. Можешь ли ты показать Кришну, он в этой колонии? Прахлад Махарадж сказал, да, я могу показать. Бхутеши акхилешу шатманаха адрисшатвятта бхута рупамадбхуано удбхуано мудбхуано стамбе сабаям на мигам на манусам. Actually, Прахлад Махарадж. И вот на самом деле Прахлад Махарадж сказал, да, ты можешь найти Верховного Господа в этой колонии. И Хираньякашипу он ударил эту колонну. Then Satyam Vidhatam Nijavittvasam, my servant actually, my devotee, speaking this way. So Prahlad Maharaj wanted to prove this point and manifest from inside. И Господь хотел доказать правоту слов Прахлада и явился из этой колонии. How looking? Как он выглядел? Наям Мигонапи Наро Вичитрамахо Кимета Нимиганда Рупам. Not like lion, он не был как лев или как человек, он был полулев, получеловек. This way, actually, и таким образом, when, когда they are thinking, what is this? Они думали, что такое получеловек, полулев, как, откуда? И вот Хираньякашипу он думал, и тем временем он явился в форме Нарисимхи. И он был очень опасен, он сиял подобно тысяче солнц.
с такой силой. Пратаптачами карачанда лучанам спурат сата вешаро джимбитананам караладан стран каравало чанчало хуранта дживам брукути брукути мухолованам. This way actually. И таким образом. Пратаптачами карачанда лучанам. Eyes is like sun. Его глаза сияние, подобно солнцу. This way actually everybody become frightened. И все испугались. And Hiranyaka actually in front of Hiranyakasipu, now Nrisimhadev appear. After that fighting going on. И вот они начали сражаться. Hiranyakasipu is challenging. Hiranyakasipu хотел убить его. Nrisimhadev, he is also fighting. This way after that they are fighting in between. И после они сражались, так и Хиранякашипу. И вот Нрисимхадев взял Хиранякашипу, положил к себе на колени и разорвал его своими когтями. И вот таким образом Прохлад Махарадж. Он видел все. И вот. So I cannot explain in details how many seva I have to go. I can speak some sloka by. И вот я сейчас произнесу шлоки, которые произнес Прохлад Махарадж. Просто слушайте. One or two I can explain, not all. Say Prahlad Maharaj vacho. Brahmadayo surugana munayo tasidya saptaiko tanagatayo vachasam prabhavai. Нарадитум пурагонай родуна пипи про кинтоштум михарати соме хари рура жате манне дхана вижан рупо тапасуто яхати яха прабава балапуру сабудди йога нарадхана яхи ваванти парасапунсо бхактятутосо бхагаван гаджуто пайо випрадисарагуна житадаравинданаво Падаравинда вимука сападжам бариштам маннета дарпита ману бачания хитартха панам пунати сакулам нот хуримана випрати зарагуна житат оравинда наво падаравинда вимука сападжам бариштам маннета дарпита ману бачания хитартха панам пунати Кулам нату хуримана, наиват ману прабхурайам нижалавату бурно манам джанада видусо карно бринете. Наиват ману прабхурайам нижалавапурно манам джанада видусо карно бринете. Джад-джад-джано бхагавата видадита манам тачатмане патимукасса джатапукасси. Тасмат ахам вигат виплава виплава исварасо сарватма намо хи гринами ятавут жатаманишам. Бхаджан тасмат ахам вигат виплава исварасо сарватма намо хи гринами ятанам жатаманишам. Ничо ажая гуна висарга ману правишто пуйето жена хи праман анубарнитена сарвехи оми веди караставо сатья сатта дхамно брахмадайо байам мивешо но чодди жанто кхемайо бхутайо бхутатма сукхайо часо викритам бхагавато ручират ручи рачиравотарай. This way, different kind of stotra by Prahlad Maharaj. Naham bibhemite uti bhayanakasyo jivharka netra bhukuti ravaso gradangstat antasrajah kataja kesaro sankukarnat nirhad abhita digbhari vinnana khagrat траста осмия хамки панавасара дусха агро агро сансар чакра каданадга сутам панит бадья сакрамо рушоттамо те ангри мулам мипито апварга саранам авайсе кадану
Ясмад прия прия вьога санджога жанамо сокагни насагар жанвис сакал жанису даджамана дикхау шадам тадвидукшам атадьо атадьо хам бхаман вад бхаман бхаман бхамами бадами тавадаса жогам Ясмад прия прия вьога санджога жанамо Шукагни насакала жанису даджаману Дукхау садам тадапидукшам атаддия ахам Бхамона бхамами бадами тавадаса жогам Свахам пьяса срида парадеватая Лилакатастабо нишинга виринча гита Анжас титарми анугрин гиннано Гуно випрям випрямокто дурганите пада жугало жугало йо хамсо санга. This way actually, Prahlad Maharaj going on doing stava. Naham rajo prabhava isho tamo adike osmin jataho sure tarakule katavanu kampa. На брахмано на ту бхавасана вайрамая жанме арпито сираси падмакара прасада. This way Prahlad Maharaj going on. И вот Прахлад Махарадж возносит свои молитвы. Бикстатра. Очень долгие молитвы. Вайката чуто викаршати мавитипта сишанна тахастат ударам. Сраванам кудасчит грану аннатас чапаладрикка чакарма сактир бхаво сапатна ива гихапатин линнуранти Иван сакарма патитам бхава вайтаранья манна анна жанма маранасана вита витам пассана жанам саппара виграха вайрамайтрам кантити парачара пиприхимура мадья Прайна дева мунайо саби мукти кама маунам чаранти виянена паатха ништана итана вихайо кипану вимумукша вико наньянта даса саранам бамато напаше. This way Prahlad Maharaj being stop, this is, and Prahlad Maharaj being stop in front of Молитвы Нарисимхадева, то есть полубоги, они все боялись, даже Брахма не мог подойти к нему, и они попросили Прахлад Махараджа, чтобы он подошел к Нарисимхадеву и успокоил его. И после этого Хирани Прахлад Махарадж, Нисингхадев, он был доволен Прахлад Махараджем. И вот Нарисимхадев спросит Прахлада, чтобы он попросил какое-то благословение. Но Прахлад сказал, что ты явился. Это уже лучшее благословение для меня. Благословение. Я хотел получить твои лотосные стопы, мне ничего не нужно. Не надо мне ничего предлагать. О Господь, прошу тебя. То есть не нужно мне какие-то соблазны предлагать, поскольку я могу отклониться от моего пути. Татсангхито нирвинно мумукшоспам упасрита. I am taking shelter to be a lotus feet. I don't care for any materials and anything. Я хочу принять прибежище твоих лотосных стоп, и я не хочу ничего иного. I like to get yours. Я хочу обрести seva. Служение тебя. Nothing else. Ничего больше. This way, actually. И таким образом. Прахлад Махарадж просит. In front of Hiran, in front of. In front of Hiranyakashipu, in front of Нарисимхадева. This way, actually, we get nice advice. So many, if I go on discussing. То есть, это очень долгая тема, можно очень долго обсуждать каждую строчку этих
стихов. И вот после этого... Юдхиштхир Махарадж, Нарада, он говорит, о царь, ты очень удачлив. You are lucky actually. Why? Joyam niloke matbhuri bhaga lokam punana manayo vijanti jesam grihana vasati tisakshat guram parabrahma manu salingam. You are very lucky because Krishna always staying inside your house. Ты очень удачлив, поскольку Кришна, он находится в твоем доме, он всегда приходит, живет с тобой. Ты очень удачлив, и таким образом я хочу здесь закончить. Ванчакар Бадарусики Басинду Бебеджи Ватиданам Бхавана Гошна.